праздником! Ну что, счастливы? И аплодисменты друг другу! В селе Ира прошли празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности. Семейный интеграционный слет «Букет ромашек» проводится второй раз в рамках реализации социальной программы «Ликотека здоровья. Адаптивная семья». Основная цель слета – поддержка и укрепление института семей в России, становление новых традиций. После открытия мероприятия все присутствующие были разделены на 6 команд, по 3 семьи в каждой, для участия в первом этапе конкурсной программы. Самарины, Варламовы и Студоляк! Аплодисменты! Семья – это ячейка любого общества, тем более традиционная семья. А в нашем слете принимают участие семьи многодетные, семьи, в которых есть дети-инвалиды, семьи, где есть ребята из опекаемые ребятишки, а также обычные семьи наших друзей. И вот все они сплочены в команды. Эти команды будут проходить на протяжении сегодняшнего дня много испытаний. На протяжении недели семьи готовились к соревнованиям, создавали креативные украшения для домиков, которые по условиям конкурса они должны были благоустроить. В течение часа участники строили городок Любвиград, оформляли свои жилища, разрабатывали правила. Каждый старался привнести в свой дом что-то хорошее, интересное, поразить строгое жюри оригинальным подходом. Маленькие участники во всем помогали родителям, с энтузиазмом участвуя в процессе. А после семьи должны были презентовать украшенные домики проверяющей комиссии. У нас было собрание. Нам рассказали на этом собрании, что проходит вот такой замечательный праздник. И на этот праздник пригласили нашу вот всю большую команду. И мы со вторника начали готовиться к настоящему, к этому празднику. Разные семьи собираются вместе, три разные семьи совершенно. Какая-то семья многодетная, какая-то семья с ребенком, с особенным ребенком. Некоторые семьи с малообеспеченных семей. Люди. И вот это, вот самая главная суть этого праздника, что вот эти вот разные категории семей объединяются на один день и делают такое как бы общее дело, проходят вот на разных этапах этого конкурса. Ну это объединяет и делает мир лучше, чтобы, ну как бы, все было дружелюбно, и, ну и все заботились о друг друге, и это очень полезно, я думаю. Каждая группа участников попыталась удивить комиссию своим необычным оформлением домика. Воздушные шары, романтичные композиции из свечей, цветов, аппликации, виртуозно исполненные оригами, старинные коврики и многое другое представили конкурсанты для оценки. А также сами члены жюри смогли поучаствовать в импровизированных развлечениях, организованных семьями. Тихо, ребенка. Так, сможет он подуть? Скажи, пожалуйста. Ну, если будет стараться. Давай, Паш, старайся. Уже что, получился? Ну что ж, дорогие гостей встречаем. Хлебом, солью угощаем. Ну-ка, давайте отведайте, дорогие гости. Хлеб попросту отведать. Сейчас мы с Арисой звонят. Мака. Вы сегодня заместите владыки. Здесь? Давайте. Да. Павел Владимирович, слышите? Да. Каждую свадьбу мечтаю. Вот давайте пробуйте. По словам руководителей комиссии, сравнивая соревнования прошлых годов и конкурсную программу этого, можно с уверенностью сказать, что участники подготовились гораздо лучше, сумев построить настоящий островок любви и верности. В этот раз уже, ну, просто нас все поразили содержанием, и не просто вот оформить, это значит украсить, а именно продумать содержание жизни, вот климат вот этого дома. Ну, и каждый домик, он был абсолютно не похож на друг друга. В каждом доме своя песня. Ну, а самое главное, что в этой песне провозглашалась многодетная семья, провозглашалась любовь, верность. Ну, было очень приятно. Я думаю, вот те семьи, которые здесь находятся, мы же все проходим и через трудности, через ссоры какие-то, да? Ну, дай бог, чтобы этот конкурс, он вот помог каждому задуматься, а что же такое все-таки семья, что в ней важно? Конкурс на выносливость, конкурс на дружбу, на сплоченность. Марш!
Следующим испытанием для семей стал конкурсный этап «Полоса препятствий», где они должны были доказать свою сплоченность и дружность. Конкурсантам выдали маршрутные листки с указанием нескольких станций, где их ожидали интеллектуальные конкурсы, туристические, спортивные, а также музыкальные и танцевальные. Участники состязались в меткости, стреляя из лука, собирали туристическую палатку и показывали свои интеллектуальные способности. Пройдя через все трудности и препятствия, семьи доказали свою сплоченность, умение дружно решать организационные вопросы и просто быть хорошей командой. В ходе всего мероприятия присутствующие заполняли пожелания на бумажных ромашках, создавая тем самым клумбу любви.